Всем большой привет! Сейчас на нашем любимом YouTube проходит очень интересный проект. Он, можно сказать, авантюрный. Его организовали две замечательные рукодельницы Марьяна Мори и Ольга Теплицкая. И вы, конечно, догадались, о каком проекте я говорю. Это проект называется «Апрель месяц стартов». Я посмотрела видео Олечки Теплицкой. Тебе большой привет! Вдохновилась этим позитивом, этой энергией. И, знаете, мне тоже захотелось принять участие в этой авантюре. Я не знаю, что у меня получится, но я хочу поучаствовать. И я списалась с Олей, так как я работаю, и время у меня свободное, в общем-то, бывает не каждый день. Поэтому мы сделаем следующим образом, точнее, я сделаю следующим образом. Я буду снимать видео раз в неделю и буду открывать сразу несколько наборчиков, буду их вышивать и потом показывать вам отчет раз в неделю по всем моим проектам. Вот такая вот у меня задумка. Радует глаз сейчас вот такой замечательный цветочек. Я купила много оттенков. Это... Ой, забыла, как называется. Цветок, это карликовый. Его вид, вспомню, вставлю название, ну вот вылетело из головы, ну надо же. Очень красивые цветочки, весна, так хочется цветов яркости, необычности. А мы сейчас будем приступать открывать наборчики. Итак, сегодня я открою 3 наборчика. Вышивать буду каждый набор по 2 дня в неделю. И в воскресенье буду снимать видео и, наверное, в понедельник, во вторник буду выкладывать. Вот как-то так у меня получается. Итак, начнем с наборчика, как вы понимаете, это Dimensions. Начнем с Dimensions. И этот набор «То, за кем наблюдает». Вот такие замечательные коты. Этот набор у меня также был в планах на этот год. Очень мне нравятся эти котики. Мне нравятся здесь эти птички, скворечник и, знаете... Зима уже ушла, но все равно еще вот хочется мне вышить что-то такое из зимних сюжетов. Давайте его откроем и приступим. Так. Немножко шуршу. Итак, вот оно наше богатство. Значит, здесь у нас есть дополнительные пасмы. Вот она большая черная ниточка и большая белая ниточка. Так, прекрасные планшетки. Так интересно замотано вокруг схемы замотаны ниточки. Две планшеточки, вот такие ниточки, не яркие, очень спокойные оттеночки. И кусочек канвы Dove Grey, вот такой он длинненький. Давайте на него положим наши ниточки, чтобы было видно. Красота! Вот такая красота. Наши материалы. Посмотрим, какая у нас схемка. Вот она, иголочка. Не потеряли. Первый лист, второй лист, ну и, соответственно, ключ сбоку. Схема на первый взгляд простая, вышиваться должно легко и быстро, но за 2 дня, конечно, всю работу я не вышью. Итак, я приступаю и покажу вам свои первые крестики.
Итак, следующий набор, который мы откроем, это, как вы понимаете уже по задничку, это золотое руно. И это наборчик на охоте. Вот такой замечательный щенок, который пробует охотиться на вот эту маленькую птичку. Этот наборчик мне дарила Наташа. Цвета здесь темненькие, но когда вышьется работа, получается очень насыщенно. Вот посмотрите, какие замечательные нитки. Немножко отсвечивает. Давайте же скорее откроем. Наборчик новенький, я его еще не открывала. И он также у меня был в планах на этот год. Ну вот, мы убрали шуршащую упаковку. Давайте посмотрим наш наборчик. Вот она, обложка. И вот так сложены нитки. Одна планшетка была впереди и одна сбоку. Так, что у нас здесь? Такие ниточки. Очень коротенькие. Вот очень коротенькие ниточки. И канва. Такой цвет молочный. Молочный-молочный. Очень приятная канва. Хороший такой отрез положили. И вот такие ниточки. Очень, конечно, темные зеленые, но в сочетании вот с такими вот рыженькими будет очень хорошо, и вышиваться должно очень хорошо на этой канве. Так, давайте посмотрим, что у нас по схеме. Сколько у нас оттенков, интересно. У нас здесь получается на планшетке 35 ячеек заполнено, но, я так понимаю, много здесь ячеек. Это одинаковые оттенки ниточек. Посмотрим, есть у нас что-то указано на обложке. 26 цветов. Размер работы 33 на 24 сантиметра. Отлично. 26 цветов, не так-то много, значит, работа будет, в общем-то, несложная. Хотя девочки вышивали, говорят, что вначале все-таки сложно. Давайте посмотрим на схему. Схема черно-белая, очень четкая, очень крупная. Я люблю схемы у золотое руно. Здесь у нас раз большой вот такой лист, он больше, чем А4. Два, три, четыре больших листа. Значит, нужно ориентироваться по общей инструкции по фрагментам, как расположены фрагменты. Я буду начинать с фрагмента номер 3, с левого нижнего угла. Я всегда так делаю, поэтому мне нужно будет найти фрагмент номер 3. Вот здесь у нас указано фрагмент номер 1. Где у нас фрагмент номер 3? Вот такой вот фрагмент номер 3. И вот она здесь, наверное, будет птичка, я так понимаю, по схеме. Да, внизу идет очень большое смешение цветов. Меня ждет большая работа. Но ничего, я начну. Это будет мой такой вот первый старт по этой работе. Начнем и потихонечку будем вышивать. И еще один набор, который я сегодня открою, это, как вы опять же понимаете, Риолис, наш любимый Риолис. И это наборчик из серии разработок по картинам Густава Климта, называется «Три возраста». Большая картина, и из нее взяли фрагмент, где идет мама с малышом. Теплый, нежный сюжет, очень красивый сюжет. Давно мне нравится, вышивается шерстью. Я очень-очень-очень люблю вышивку шерстью, вот именно
по наборам Риолис. И у меня Тара комплектация. Меня это очень-очень радует. Я люблю эти моточки. Давайте поскорее откроем этот наборчик. Итак, ушла шуршащая упаковочка. У нас к нам в руки попадает сразу планшетка с образцами ниточек. Вот такие яркие, замечательные ниточки. И открываем наше богатство. Здесь у нас немножко бисера. Всего сколько? Два цвета получается. И также там есть иголочка бисерная. Украшение. Посмотрите, какие прекрасные нитки. Просто богатство. Очень красивый синий, бирюзовый. Вот такой вот. Такие два изумрудных. Красивые ниточки. Очень много, конечно, вот такого бежевого тела. Люблю я эти моточки развязывать и размещать на планшетке. Канва здесь 14 каунта. Цвайгард, знаете, мне очень часто попадается именно боковушка канвы. Вот кому-то попадается часто серединка, где нет этой ленты боковой. А мне очень часто попадается именно с боковушкой. Ну так, случается. Так, наша обложка, конечно же. Посмотрим также схему. Лист раз. И что еще? А это для бисера. Так, понятно. Для бисера мы убираем. Получается, вот все у нас на одном листе. Посмотрите, какая очень легкая схема. Тело зашивается практически одним цветом. Сиди себе, штопай да штопай. И не совсем немножко всяких смешения цветов уже идет в самом фоне и в волосах девушки. Малыш, тоже тут ничего сложного. Очень-очень легкая схемка. Ура, начинаю. Ну что, пойдемте делать первые крестики.